Сегодняшняя непогода вновь показала несовершенство системы стоков и ливневой канализации. Ночной и утренний дождь буквально заблокировал в ранние часы самое сердце города – кольцо у памятника основателям на проспекте Ленина. Кольцо даже пришлось перекрывать сотрудникам ГИБДД, дабы не допустить неприятностей, связанных с поломками транспорта и смытых потоками воды автомобильных номеров. Как сообщили пользователи социальных сетей, на место прибыл спецтранспорт, который прочистил ливневки и не дал центру Сургута превратиться в море. Впрочем, по интернету уже разошлись шутки об организации в центре города пляжей и продаже лодок для того, чтобы можно было оперативно добираться по делам.